В апрабаванні проходить новая машина, зробленная на Могилевском филиале открытого акционерного товариства «БелАЗ». Она призначена для подземных погрузочных работ и будет работать в шахтах Курской магнитной аномалии. Это новинка Могилевского филиала «БелАЗа». Погрузочно-транспортная машина 65010. Самосвал невеликих померов. Но дело в том, что именно специфика подземной техники в том и есть, что она должна быть минимально по размеру, но в то же время вести максимально возможный груз. Грузоподъемность этой машины до 15 тонн. И она амаль что складывается на шарнирах, а так само может разбираться на частке перед спуском у шахту. Конструкторы «БелАЗа» заробили новую машину крыху более чем за год. И это вельми хутка. Доследный узор наприконце лютого отправится до споживца. Покупатель находится в Белгородской области, город Губкин, это Российская Федерация. Назначение машины – это добыча железной руды подземным способом. Компания называется «Кмаруда». Находится она на Курской магнитной аномалии. У России новую могилевскую машину чакают уже вытворчае выпробование. У шахте, там, где и повинна працавать такая техника. Коли выпробование пройдут поспяхово, то автозавод отрымает еще замову на два подобные самосвалы для подземных работ. Перед предприятием поставлена задача – это выпуск подземной техники. Именно той техники, которая нужна потребителю, в основном Российская Федерация, страны СНГ. Техника эта новая, и мы с оптимизмом смотрим на нашего конструктора, на его новые разработки. Автомобильный завод запрацевал в областном центре в 1935 году. 10 годов тому предприятие стало филиалом «БелАЗа». Тут працует 2000 человек. Машины могилевских автобудовников набывают у России и Казахстане. Илона Иванова, Александр Тарасов. Новини региона.